Здравствуйте, я Ека Руса. Вот сейчас в небольшие свои минутки в комнате для отдыха я хотела бы сказать или передать свои ощущения о завтрашнем дне, о дне Страстной Пятницы. Я не знаю, когда вот это вы все увидите или услышите, может быть, завтра или послезавтра, но я знаю, что я не опоздаю. Просто накануне Страстной Пятницы у меня всегда не сомнительные, а абсолютно прямые такие ощущения жуткого страха за близкого человека. Именно так и никак иначе. Я всегда думала, как он проведет эту ночь перед своей казнью, перед тем, как его казнят. Перед тем, как все в один голос воскликнут: распни его, и Пилату Понтийскому ничего не останется, как только умыть свои руки. Я с какой-то удивительной, не то что верой, а знанием, да, пожалуй, знанием, чувствую, как ему нужна моя поддержка. Я знаю, что он может обойтись без нее. Но значит, эта поддержка нужна мне. Моя поддержка его нужна мне. А значит, вера моя крепка. Я не знаю, кто бы мог пройти этот жуткий путь еще. Вот жуткий путь этой ночи. И действительно, никто не знает, как он ее провел. О чем он думал. И вот это занимает все мои мысли уже на протяжении некоторых лет, именно в канун вот этой Страстной Пятницы, когда все примут решение о нем, для того, чтобы в свое воскресенье он не то что принимал решение всех нас, а просто знал всю нашу подноготную. У меня как бы чувство проявляется. Пусть я буду сейчас косноязычной или не так выражать свои мысли, но я выражаю не мысли, я выражаю чувства. Я просто знаю, что нас, истинно носящих Бога в сердце, очень-очень мало. Те, кто не то что верит. Верить – это только начало пути. А вот те, кто знает, что Господь с ним, Бога нужно носить в сердце, потому что однажды, впустив его туда, он уже никуда не денется, пока вы его никуда не денете из себя. Поэтому вот я, Ека Руса, я всем вам просто говорю, просто с Богом, просто с Богом. Это, мне кажется, это так